Привет-привет, мои дорогие, любимые, самые красивые девочки на свете! Меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас день масок. И в компании Oriflame вышло три новых маски, обалденные маски. Это суфле с разными функциями. Есть маски для окрашенных волос, сейчас буду показывать. Так, это для сухих волос с бананом, для всех типов волос с авокадо, и еще одна маска для окрашенных волос. Я сегодня попробую две маски. Голову я уже вымыла, сейчас разделю волосы на две половинки и на одну часть нанесу одну маску, на другую часть другую, но не знаю, какую выбрать. Обязательно попробую для сухих волос, а вторую не знаю какую. Сейчас закрою глаза, запутаю в другую сторону, запутаю и возьму вот эту. Какая? Как раз ее и хотела попробовать. Это для всех типов волос. А для окрашенных попробую потом, потому что не все же красят волосы. Ну, посмотрим, какая будет разница. Итак, две маски. С одной стороны у меня будет банановая, для сухих волос будет справа, а для всех типов волос будет слева. Итак, голову я уже вымыла, даже два раза. Распускаем волосы. Так. Так. Сюда убираю полотенце. И попробуем сейчас так чисто на ощупь я поделю волосы напополам. Так. Когда волосы мокрые, с ними нужно очень-очень аккуратно обращаться, и ни в коем случае не нужно их расчесывать. Далее беру свои фирменные ножницы лисички и отрезаю. Ой, тут, кстати, можно было оторвать кончик, очень удобно. И, кстати, есть... Да, вот, и мне и ножницы не нужны, оказывается. То есть надорвала немножко, маски много. Я думаю, мне их хватит даже, так как я напополам, на два раза. Я одну сейчас использую, одну дочке половинку. Итак, беру первую маску для сухих волос. Мы договорились, что она будет у нас с правой стороны. Маску я не жалею, вот выдавливаю. Вот так вот, хватит. А то будет лишнего. Так, кончик убираю. И тут еще ее полно осталось. То есть, в принципе, если бы я делала на всю голову, то на мои длинные волосы вполне было бы достаточно. Итак, первая маска. Наносим. И распределяю по волосам. Так, особенно тут внутри у меня сожженные волосы. Я их поэтому... Я сейчас сойду с ума. Я забыла понюхать. И тут мне аромат до меня дошел прям... О, как вкусно. Вкусно. Я, конечно, обожаю, как пахнут экзотические фрукты. Слушайте, уже достаточно, в принципе, еще только половинку использовала. Уже чувствую, что мне достаточно. Так, повыше тоже положу. Маски не рекомендуется наносить близко к началу роста волос, то есть кожи, иначе волосы будут жирниться. Ну, особенно если волосы склонны к жирности, то, конечно, лучше так не делать. Так. Так, все распределяю. Так. И вот так аккуратненько пальчиками. Ну, конечно, мне не очень удобно это делать на камеру, сами понимаете. Ну ладно, сделаю. Так, вот, нанесла. Чувствую рукой, что везде маска распределилась. И даже уже сейчас чувствую, как волосы такие стали гладкие. То есть они спокойно, прям руками расчесываются. Убирается моментально спутанность. Так, эту маску поднимаем наверх, и вот так вот я ее замотаю. Вообще, в принципе, любые маски рекомендуется делать в тепло, то есть можно сверху одеть какой-нибудь, например, что мы, шапочка для душа, есть специальные шапочки для окрашивания. Так, вот, одну сделала. Так, руки надо вытереть. У меня полотенце. Так. И делаю сразу вторую. А с этой стороны у нас будет маска для всех типов волос. С авокадо. Авокадо я люблю очень есть. Так, много оторвала, но ничего страшного. И сейчас я выдавливаю вторую маску. Не будем экономить на себе любимых. И уж если делаем себе салон красоты на дому, то делаем его по полной программе, да? Как вы думаете, как вы любите за собой ухаживать? Расскажите, вы дома любите делать уход
или чтобы прийти в салон и с вами там занимались, кружились вокруг вас, делали вам всякие приятности с волосами, с руками. Конечно, это, наверное, очень приятно, но опять же, кому попадешь, бывает, что мастеру не очень нравится. Ну, конечно, эта маска уже не так вкусно пахнет, потому что это все-таки авокадо, у него нет такого аромата балдежного, как, например, у манго или у банана. Так, тоже распределяю и сразу слушаю ощущения руками, как она работает, потому что маска моментально срабатывает. Маску нужно подержать буквально 5 минут. Немножко волосы вылазят. Очень мало. У меня очень мало выпадают волосы, потому что я их постоянно... Во-первых, правильно ухаживаю. Мою волосы я где-то каждые 3 дня. То есть бывает на третий день или на четвертый. Если больше, то уже, конечно, это некрасиво, неопрятно. Я так не затягиваю. 2-3 дня. Я всегда делаю или бальзам, или маску. Маску обязательно раз в неделю. Ну, то есть получается, я чередую маска, бальзам, да, кондиционер. Потом я делаю еще, то есть стараюсь сушить волосы естественным путем, а не феном. Это тоже очень хорошо помогает. И далее я пользуюсь маслом Элио и сывороткой для секущихся кончиков. Или выглаживающая, или восстанавливающая. У меня всегда есть сыворотки. И самое главное, не расчесывать мокрые волосы. То есть дать им полностью высохнуть и начать расчесывать именно с кончиков аккуратненько, не торопясь. Так, все, вот маску я нанесла и тоже ее поднимаю немножко наверх. Сейчас замотаю ее в полотенчик, чтобы она у нас погрелась немножечко. То есть масочка, когда погреется, она будет более такая, более качественно сработает. Написано 5 минут, но я обычно маски держу чуть побольше. Хуже от этого точно не будет, будет только лучше. Итак, засекаем время. И через несколько минут я к вам вернусь, уже смою маску и расскажу свои впечатления. Окей? Все, до встречи! Итак, соревнование двух масок состоялось. С левой стороны у меня маска с авокадо для всех типов волос, а с правой стороны маска для сухих волос. Итак, какие впечатления? Ну, во-первых, консистенцию масок я ожидала, что это будет какое-то суфле-суфле. Оказалось, что это обычная кремообразная консистенция. По аромату мне, конечно, больше понравилась маска банановая. По ощущениям вот на волосах, то есть я сейчас без масла, никаких сывороток для кончиков волос, по ощущениям маска и та справились идеально, но у меня с одной стороны волосы более подсушенные, пережженные, так скажем, а с этой стороны, с левой, более живые, но вот по ощущениям маска справилась на ура, и та, и другая, и волосы чувствуют себя комфортно, при том, что нет дополнительных увлажнений, как я уже сказала, масляных, поэтому я буду выписывать маски, которые мне больше нравятся по аромату, а это, конечно, банановая. И хочется уже быстрее попробовать маску с манго для окрашенных волос, но я думаю, что она мне тоже понравится так же здорово, как и эти масочки. Итак, подведем итог. Маски супер, классные упаковки, классные по качеству. Где у нас еще банановую хочу взять? Вот. Все три у меня маски классные по качеству, по дизайну, по ароматикам. Фу, запуталась в своих волосах. Поэтому смело рекомендуем, пользуемся с удовольствием сами, рекомендуем своим клиентам и дарим эти маски, потому что это будет чудесный, классный подарок. Итак, поехали ухаживать за собой, потому что сейчас самое время наполнить себя витаминами, красотой, потому что весна, все расцветает, и мы тоже с вами должны расцветать. Итак, до новых встреч, с вами была Лилия Донскова и прекрасные маски от Oriflame. Пока-пока!